В самом начале встречи активисты затронули тему предстоящего празднования 75-летия Великой Победы. Например, ученики 4-й школы Центрального района хотят создать в Сочи аллею ветеранов. 9 мая старшеклассники планируют высадить деревья вместе с участниками Великой Отечественной. Школьников волновали и другие праздники. Десятиклассница Василиса Белянчева спросила у главы Сочи, планируется ли в городе проведение выпускного по типу алых парусов. Алексей Капогородский ответил, что все зависит от количества желающих и грамотной проработки формата мероприятия. Я очень рада, что наконец-то поговорила с Алексеем Сергеевичем. И были действительно важные вопросы, которые требуют решения. Он на них ответил, и я думаю, что все в будущем будет хорошо. Дети задавали вполне взрослые вопросы о развитии Лазаревского района, освещении улиц и строительстве новых школ. Старшеклассник Егор Белых решил поговорить с мэром на более школьные темы. Какие книги вы любите, какие писатели предпочитаете и посоветуете подрастающему поколению? Здесь, на территории нашего края, был Михаил Юрьевич Лермонтов. Его почитайте. Александр Сергеевич Пушкин. Это простые рассказы, но в них заложен очень серьезный смысл. Почитайте Руслана Людмила. Мы расспрашивали и о любимых видах спорта, и о защите бездомных животных, и о развитии молодежной политики. Встреча продлилась чуть больше часа. Задать вопрос успели не все, но глава Сочи обещал вновь встретиться с лидерами школьных советов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.